В Минске в расширенном составе состоялись переговоры президента Российской Федерации и Республики Беларусь. На встрече главы государств обсуждали различные вопросы, связанные с экономическим и политическим положением двух стран. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что главными темами его переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным были не энергоносители, а развитие промышленности и равные условия работы на рынке союзного государства. Нужно отметить, что против обоих государств действуют многочисленные западные санкции. И в этой связи, конечно, два наших государства, они не могут не укреплять свои двусторонние отношения. Также президент Беларуси отметил, что вторым вопросом на белорусско-российских переговорах в Минске были поставки энергоресурсов из России в Белоруссию, ценах на них и объемах поставки, а также реализации белорусских нефтепродуктов. В принципе, вот это экономическое сотрудничество является одной из основ для того, чтобы отношения между нашими странами успешно развивались. Стороны говорили и о грузоперевозках, в том числе каботажных. Напомним, Путин заявил, что у Москвы нет планов поглощения России и Белоруссии. По его словам, белорусско-российские переговоры в расширенном составе были результативными. В частности, Россия согласовала основные параметры по ценам на российские энергоресурсы для Белоруссии. Лукашенко назвал укрепление связи с Россией естественным ответом на ситуацию в мире. Амир Ахтямов, Универньюз.